А хотите такой же гольфик? Очень комфортный, уютный и отличный на каждый день. Смотрите дальше, из чего можно сшить. И это трикотаж-лапша. Мы подготовили для вас очень красивые весенние оттенки, которые смело можно вписать в любой гардероб. Трикотаж-лапша – это мягкий, сильно растяжимый материал, который одинаково выглядит с двух сторон и имеет характерные продольные, узкие или широкие полосы, которые вытягивают силуэт. Из трикотажа лапши получаются прекрасные повседневные платья, а также гольфики, водолазки, шорты, топы, юбки или даже нижнее белье. В составе здесь 15% вискозы и 85% полиэстера, и благодаря чему ткань невероятно мягкая и приятная на ощупь. Чем же хорош трикотаж лапша для повседневных изделий? А тем, что в нем совершенно не жарко и ваши движения не сковываются, в нем очень комфортно ходить целый день, и материал как будто обволакивает вас. В нашем интернет-магазине вы найдете лапшу с разной шириной полоски. Есть на 2 мм, на 3, на 5 и на 7. Будем рады вас видеть! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также пишите в комментариях, на какие еще ткани вы хотите увидеть обзоры.